Смартфоны от Huawei Technologies будут использовать блокчейн-приложения наряду со стандартными программами для Android. Привлекая блокчейн-приложения, китайская Huawei Technologies планирует опередить нынешних лидеров Samsung и Apple и к 2021 году стать крупнейшим производителем на мировом рынке смартфонов. Для этого компания ведет переговоры со стартапом Serin Labs о получении лицензии на право использования операционной системы Serin OS. Внимание Huawei к блокчейну означает, что уже скоро эта технология приблизится к обычному потребителю.